О! Веселые комиксы. А вот тут мне что-то не нравится. Почему здесь все такое большое? Кто это все делает? Они вроде сами-то небольшие. Ауч. Какие-то символы на них непонятные. Получи-то по башке, господи. Памс. Отлично. Теперь еще 5 штук надо этих собрать. После улучшения брони-то. Мне это совсем не нравится. Так, где у нас лазер? Лазер надо закрепить на шестерочку. Наверное, а то я всегда туда жму, ничего не получаю. Можно гордо возвращаться назад. А сюда мы летели? Да, здесь мы были. Там были картинки, по-моему. Ох, опять вы. Да что ж вы восстанавливаетесь? Этой штукой тоже очень удобно будет ракеты сбивать, я думаю. Да, нам наверх. У-у-у, еще пушечка. Но пока мы соберем третье обновление, это будет вообще жесть. Жесть, жестяная, жестяная, жестокая жесть. Так, не туда. Ты не хочешь помереть, а? Ты хочешь сказать мне, что это бесполезное средство от тебя? Зато против сосулек помогает, а? Смотри, не хочешь, как они? Прям с одного прикосновения подыхать. Нет? Не хочешь? Не хочешь, чтобы тебя ломали полностью? Плохой. Да ты заколебал, не видишь, я здесь научный эксперимент ставлю. Ты чё, посмотреть охота? Мог бы не мешать ради приличия. Так. Да ты вообще неубиваемый какой-то. Эй, парень. Ты вменяем? Вот, зараза, я тебя попилю к чертям тогда. Так, продолжаем исследовать. А что ты хочешь от меня, собственно говоря? Чё ты хочешь? Нагрев он и в Африке нагрев. Мне не хватает этой штуки. Чтоб как-то его раскусить или... Чё ты хочешь-то? Хм. Иди-ка сюда. Т
Так, фиговая форма этого кристалла. С нее фиг что получишь. О! Вот только на этот лазер ему как-то честно наплевать. Ну, запомните лазером. И что я получу? Видимо, фигу с маслом я получу. Destination. Может, здесь что провернуть? Может, синий лазер туда вставить какой-нибудь? Тут же тоже есть какая-то прорезь. Так или не так? Вставляйся! Не хочет. Засранец. Не хочет, но а нафиг ты здесь нужен? Вот честно, нафиг ты здесь тогда нужен? Ты не хочешь работать. Фиговый кристалл, фиговый работник. Может, сосулину на нее свалить как-нибудь. Давай. Но ничего не помогает. Ничего не помогает. Все, что у меня имеется, ничего не помогает. По идее, либо он разобьется, либо он должен разбиться, либо он должен как-нибудь наверх проникнуть. Что мне здесь, что от меня здесь требует, ну я не знаю. Какого еще участия? Я вроде лазером все профигарил. Здесь так и написано. Лазер. Воздействуйте. А что дальше? Ну, разбирайтесь сами, господа, да? Иди-ка сюда. Хипстер вонючий. Что ты хочешь? А, погодите. Не то. Парень, тебе сколько раз повторять? Мы уже, по-моему, с тобой все выяснили. Ну, как хочешь. Получи тогда нож в спину. Черт. Есть. Так. Последняя моя идея, если она окажется неудачной, ну не знаю, что будет. Так вообще она не действует. Вынькся отсюда. Я без понятия.
Без малейшего. Куда она улетела-то? Ловлю. Чё ты хочешь? Чё тебе надо? Камень, твою мать. Чё ты хочешь от меня? Причём, наверное, даже если сейчас пострелять лазером по этой штуке, она все равно тоже нагреется. Посмотрим. Да. А смысл всего этого цирка тогда каков? Я здесь исследовал все. Абсолютно. Я не думаю, что здесь что-то такое вот супер важное и ценное, хотя можем попробовать пойти туда. Надо что-то делать, искать какие-то выходы. Надеюсь, сейчас не будет никаких там обвалов. Так, где у нас тут низ? Хм, уже пролетел, даже не заметил. Потому что здесь ничего нету, видимо. Ну да, здесь ничего нету. Это нечестно. И несправедливо. Каковы идеи? Физика, химия, удача. Идеи разработчиков. Что там еще могло создать загадку? Блин, черт возьми. А, по мне все стреляет еще вдобавок. Это нечестно. Парни, я заблудился. Вы бы не могли не стрелять в меня, а, ну, помочь. Понятно, не могли. Может, воду сюда можно слить? А, они и так охлаждаются, видимо. С помощью этой штуковины. Зацепиться там никак нельзя. Барбара Стрейзанд. Ладно, возвращаемся обратно. Да, проще было бы просто эту стенку пропилить. Опять эти охламоны. Заколебали уже. Идите от меня, противные. Ой, зачем я взорвал тогда ракету, непонятно. Может попробовать дубль 2 запустить этот лазер. А вы что получится на этот раз. Потому что этот раз, конечно, не такой, как предыдущий.